Я думала, что вас будет здесь двое. Где второй? Второй? Да он вышел за пиццей. Он нужен? Вообще-то, тема для разговора у меня есть к вам обоим. Интересный костюм. Не могу только понять, чей. Это подруги Бэтмен? Мне кажется, это Супергерл. Не-не-не, это не Супергерл. Но лицо где-то я в ошибке. Разве это не вы с Мэром? Нет, это не я. Через прессу может просочиться многое. И мне кажется, вы и есть Супергерл. Мне кажется, вы просто решили сменить имидж. Если честно, мэм, я давно уже криминалом не занимаюсь. И друг, который ушел, тоже. Время возвращаться в долги. Николаю. Ой, стой, мы все вернем. Да я не сомневаюсь, что вернете. Только где и когда? Подожди. А разве ты не на стороне хороших парней? А как же насчет того, что супергерои не убивают, или это фейк? Тише. Я все отдам. У меня есть некоторые сбережения. И это все? А где остальное? Есть еще. У тебя есть ровно 1 минута. Ну так что, ты нашел остатки? Остатки в этом пистолете. И знаешь, их здесь более чем достаточно. Перестань. Ты что, реально пытаешься выстрелить меня? Так у тебя что, боевые патроны, что ли, заряжены там? Именно. Алло, чувак, а когда в людей стреляешь, у них кровь бывает? Это я тоже думал. Ну, это баба, супергерл. Она заявилась сюда, странная какая-то, в костюме каком-то другом. В голову? Нет, не стрелял. Сейчас сделаю. Я прикончил супергерла. Вроде бы жалко. Не очень. Ведь это касалось моей безопасности. Да, и крови тоже нет. Кстати, у тебя, скорее всего, больше и пульта не осталось. Хорошо, мэм. Я готов исправить свои ошибки. Миссия выполнена. Больше они тебя не побеспокоят. Кстати, они перевели все суммы, которые были должны. А почему они меня больше не побеспокоят? Я их отправила на морозы в Сибирь. И до ближайшего населенного пункта им 400 километров пешком. Ух, это было жестко. Кстати, у них есть еще шанс спастись.
Но скоро я тебе дам новую работу. Кстати, нажми мне на плечо, болит что-то. Хорошо выглядишь. Ты так считаешь? Эй, не кипятись, девушкой стали. Я просто хотел сделать комплимент. Как цинично. Как дела с Орловым? Что-нибудь слышно про него? Да плевать мне на Орлова. Я этих ублюдков в тюрьму засунула, и я думаю, что они там сгниют до конца своих дней. Кара, что с тобой происходит? Я слышу какую-то тревожную ноту в твоем голосе. Неужели? Этот ублюдок меня пытался прикончить несколько раз. Или ты уже забыл? Я помню, конечно. Ладно. Может, расскажешь, как дела на работе? Да к черту эту работу! Меня начальник уволил за то, что я не выполнила некоторые его обязательства. Да мне она и не нужна, эта работа, знаешь. Я больше не буду работать. Забавно. А как ты собираешься платить за жилье? Да я могу и не платить за жилье. Я могу весь день патрулировать улицы, а вечером где-нибудь на шезлонгах на пляже Копакабана отдыхать. Я тронут, но ты все еще можешь ночевать у меня. Ой, да перестань, это настолько длительная история. Ну почему? Я работаю, могу обеспечивать и себя, и тебя. Да я могу найти деньги без тебя. Я могу на улице остановить любого преступника, который ограбил банк, забрать у него все до единой копейки и забрать себе. А что? Dark Supergirl так и делала. Кара, я не знаю, что с тобой происходит, но ты уже не та. Ну что, теперь я та? Такое я тебе нравлюсь больше? Скажи честно, ты просто хочешь быть рядом с девушкой, о которой мечтает весь город, и где каждый преступник хочет заглянуть ей под юбку? Нет, Кара. Если ты забыла, я заприметил тебя вне образа Супергёрл. Мне понравилась та милая девушка. Это было так давно, так романтично. Просто вау. Ну все, Кара, с меня хватит. Я устал терпеть твой эгоизм. Ну и что ты сделаешь мне, Влад? Что, откроешь всему миру тайну моей личности? Ведь больше ты меня ничем не можешь навредить. Не знаю, что с тобой стало, Кара, но это не ты. Забудь, что мы вообще когда-либо были знакомы. Иди, надень юбку покороче, и вообще все преступники в мире не спустят с тебя глаз. Влад! Влад, куда ты? Ты пошел. Николай, мне сколько еще ждать вашего заказчика? Если в течение 5 минут он здесь не появится, мне придется покинуть эту локацию и найти его самостоятельно. На твоем месте я вообще не доверяла бы этим людям. Они, видимо, не собираются платить, поэтому их, собственно, здесь нет. А вот и незваные гости. За твоих рук дело? Нет? Хорошо, я тебе позвоню. С каких это пор ты встала на сторону плохих парней? А ты это как определила? С чего ты решила, что я на стороне плохих парней? Я слышала все ваши переговоры, да и наблюдаю за тобой несколько недель. Кстати, почему ты решила сменить имидж? Я решила отказаться от семейных ценностей и решила больше не носить символ S на своей груди. Ах, вот как? А я думала, что мы с тобой двоюродные сестры. В моем понимании нет деления на хороших и плохих. Так
так что считаю, что у меня нет ни братьев, ни сестер. Где ты была, когда я в одиночку спасала этот город? А ты не думаешь, что это не единственная планета в галактике? Что у меня есть и другие миссии? Где ты была, когда Криптон взорвался? Ты вся в мать. Я ни разу не пожалела, что отвернулась от вашего рода. Даже сейчас, на данный момент, самоуверенность из тебя так и прет. Ты же не была такой. Я знала совершенно другую Кару. Что с тобой происходит? Позволь мне тебе помочь. Единственный способ, как ты можешь мне помочь, это свалить из этого города навсегда. Иначе, в противном случае, я устраню тебя, Линда. Ну что, Линда, стало не так геройствовать? Ты не понимаешь, я пытаюсь тебе помочь. Да? Орлов мне уже пытался помочь с криптонитом. Потом появилась скриптонянка Галатея, которая устроила хаос в целом городе, все разнесла тут. Теперь ты, двоюродная сестричка, все пытаетесь мне помочь, да меня от раз тошнит всех. Только не говори, что я тебя не предупреждала. Ты на кого-то работаешь? Если я скажу, на кого я работаю, этот человек просто избавится от меня. Он меня напичкал каким-то дерьмом, и я вынуждена подчиняться. Не знаю, ты мне не поможешь. Больше никто не поможет мне. Я никогда не причиню тебе вреда. У тебя что, появился какой-то вид противоядия? Ты сможешь мне помочь? Все просто. Мы возьмем твое ДНК и узнаем, чем тебя накачали. А потом просто поищем противоядие вместе. Может быть, ты вовремя появилась. Кстати, этот костюм с символом S мне нравился гораздо больше, а этот дурацкий. Мне навязал этот тип. Мне он не нравится. А я и не сомневалась. Но теперь я начинаю узнавать прежнюю Кару. Ну что, пицца 4 сыра? Зря. На твоем месте я бы этого не делала.